Всем привет, народ, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу про заслуженную награду. Мы как хатика сидели, терпели картошку, ждали, надеялись и снова получаем эту награду, которая опять у нас будет пылиться в ангаре. Буквально через недельку, через две мы про нее забудем, в принципе и все. Единственное, что понятно, что в награде нас ждет супер халкетик, прем-танк ПТ-шка 7 уровня, который по геймплею должен напоминать тот старый халкетик. А старый халкетик — это быстрая скорость, медленная башня и офигенная пушка. В принципе, в рандоме очень много ПТ-шек, и вводить еще и награды и ПТ-шку — не сильно умная мысль. Но в принципе халкетик — это ПТ-шка, которая может играть отчасти как СТ. Поэтому бог с ним, отчасти разработчики не тупые. Также еще в видосике про заслуженную награду 2019 у картошки на канале можно насмотреться очень много всяких пасхалок. Столько много, что можно понять, что в следующем году нас ждет битва блогеров, которая вообще уже надоела уже сейчас. Ну, победит какой-то блогер, не победит какой-то блогер. Что это даст обычному игроку? У него как-то рандом станет лучше, хуже? Вообще ни черта не изменится. Тупо похер на это событие. Также еще нас ждет обновленный экипаж в следующем году. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что они его высрут. Но сами в своем видосе это написали. Сделали такую пасхалку, что это планы на 2020 год. Пусть так будет. Но я не удивлюсь, если они, как обычно, не успеют. А если и успеют, то это будет что-то кривое и никакое. Я, конечно, каждый раз на протяжении 6 лет себя утешаю, типа, ну вот, картошечка в этот раз может, в этот раз не обосрется. Сейчас мне уже все равно. Факт есть факт. План на 2020 год — обновление экипажа. Они экипаж переделывают чуть ли не с основания World of Tanks. Вот наконец-то созрели. Может быть, экипажи будут теперь, ну как теперь, через годик, наверное, более интересными, а не то, что качаешь перки одни и те же везде. Но, честно говоря, мне уже все равно на экипаже, потому что везде по 5-6 перков, и в принципе неинтересно качать вообще ничего. Поскольку, в принципе, качать ничего и не нужно. Старым игрокам, по сути, вообще заняться в игре нечем. Но экипажик обновят, и ничего не изменится. Я думаю, рандом, и игра будет та же самая. Хотя перками можно изменить игру настолько, что геймплей поменяется. Только вот зачем, непонятно. Ведь все же офигенно в картошке. По крайней мере, так думают разработчики, поскольку на протяжении всего видосика можно посмотреть, как они троллят тех, кто думает, что картошка обосралась. В нескольких моментах видно, что в одном месте написано «картосечка обосралась», в другом месте видно, что в каком-то там году в картошке было лучше, в другом моменте там написано, что в картошке в другой год было лучше, ну и еще там написано «а вот теперь вообще идеально». Это когда картошки вообще еще не было. Видно, что разработчикам вообще пихуй на всю эту ситуацию. Они там катятся по своему направлению и все. Их, в принципе, ничего не волнует, ничего не колышется. Все зашибись. Они проводят всякие события, с которыми нас и поздравили. Околоигровые события. Делают все, что угодно, кроме основного своего режима — рандомные бои. Поздравили нас они и с остальной охотой, и с гоночками, и вот классик. И остальная параша, которая обосралась в этом году, совсем нас поздравили. Ну, в принципе, и все. Единственное, что не обосралось в этом году, это действительно стальная охота. Но разработчики умудрились и там накосячить, потому что не захотели банить тех, кто играет под подставухами. Почему? Непонятно. Также в следующем году будут все эти режимы дорабатывать, линию фронта, ранговые бои. Я уверен, что дорабатывать и делать их более интересными. Сами они там где-то на своих радио и где угодно там рассказывают, что линия фронта станет интересней. Скорее всего, я более чем уверен, что интересней они сделают получение награды, а не сам режим. Поскольку они все время так делают. Они думают, что если награду получить легче, удобнее и приятней, то режим стал лучше. Гениально. Также еще в следующем году нас ждет черный рынок. И вы снова будете разводиться на тонны серебра и голды, чтобы купить какой-то обычный танк. Ура, новогодние события рассказаны. Сказать, что мне на них насрать, ничего не сказать.
поскольку я как терпел рандом, так и продолжу терпеть рандом. Получив эти награды, не получив эти награды, ничего не меняется. С вами был Варчик, играть красиво. Всем пока.